Ну вот, мы в гостинице «Семья», приехали, заселились, как говорится, не прошло и полгода. В дороге мы были, вы не поверите, выехали в 4:30, прошли границу туда-сюда, и сюда уже приехали в 15 часов. Это получается 11 часов мы были в дороге. Ну, почти 12. Да. Заселились уже 4 часа. 12 часов были в дороге. Это много или мало? Ваши впечатления от дороги? Ужасно. Обычно приезжали колючки в 9 часов, а сейчас приехали в 11. Ну и соответствующе. Ну вот мы видим бассейн, здесь магазин, так называемый социальный. Первый этаж. Мы даже на минус первый уехали. Мы пришли минус один, да? Минус один — это у нас супермаркет. Супермаркет находится с левой стороны. Все рядышком. Если проголодались, можете сюда идти. Везде всегда спасает супермаркет. Ну, вернемся к дороге. Водители автобуса номер 499 так быстро ехал, что по пути следования от камня Рыболова до перехода Туриро нас обогнали 4 автобуса. По идее, мы должны были в 9 часов приехать, а приехали позже 11. Это как? На прямой? И чтоб тебе 4 автобуса обогнало? То есть водитель был не заинтересован в быстром обслуживании туристов. Ехал не спеша, то ли спал, то ли там, не знаю, чем он занимался. Бурчал, ворчал на водителей, на пассажиров. Благо, пассажиры попались люди тактичные и воспринимали все его нытье и делание беспочвенных замечаний. Ну как, промеж ушей пропускали и смотрели на водителя. Как? Ну, не будем говорить, как. Снисходительно, можно сказать. Вот так он нас привез. Ну что, вот мы вышли. Пойдем погуляем. Немного, жарко очень. В Владивостоке дожди идут. Сырость. А здесь солнышко светит. 30 градусов. 30? Возможно, и 30. Ну, очень жарко. Черепашки, приветики вам всем. Кукурузка. Собака, вы что? По сосисочке? Давай по сосисочке. По сосисочке. Держи. Яйцо. А я думала яйцо. Яйцо. А может, картошка? Видно там? Угу. А может, картошка? Да.
А может, и не немножко. Ну, яйца брать не буду. Что-то они полопались. Держи, мы хотим взять вот такие. Хотите сосиски? Ты свое по Иване. Лучше брать по два. Да, красивый. Вот этот, ну, не-не-не, вот этот, вот этот. Угощаешь? Угощаю. Бери. Ну, а я возьму другую. Давай, Лои, не надо. Орешки, какие у нас привлекут. Тишина. Где все люди? Ну ладно, пойдем в магазин. Или то, что суббота, воскресенье приезжают. Какие-то распродажи идут. Башмаков, туфлей. Ну, мода специфическая. Это не суйфунка, это мишань. Ну, ладненько. Будем смотреть.